И всем привет, мои дорогие друзья, подписчики и зрители моего канала. Меня зовут Александр, и я продолжаю играть в Ark Survival Evolved, все так же с модом Anakin Genesis Reborn, или Jedi Reborn, сокращение. Сегодня, там Ark, Рейч, что-то там тоже, это оно, короче. В общем, что сегодня я хочу сделать. Во-первых, я установил мод на, там, не, что это же сюда. Где-то вот здесь, что у меня вот электрическая розетка, потому что не хотела питаться. Все, главное, питается, а это не питается. В общем, установил мод на создание элемента. Это все требуется для создания одного элемента. Я вот тут задумался. То есть я создал... Сейчас я создал кучу электроники. Кучу прям электроники. Куча. Чтобы вы знали... То есть это вот жемчугу и так далее, сколько лутается, то есть вот сколько жемчуга, да, то есть вот на одну электронику требуется 3 жемчуга. И вот я сейчас создал кучу электроники из того жемчуга, который у меня было. 2200, грубо говоря, электроники. Про что я имею в виду? То есть, чтобы создать 1000 элементов, мне нужно 5000 электроники. И это дохрена. Мне, если что, черный жемчуг добывается. Вот, смотрите, сколько черный жемчуг добивается игрой. Да? Вот так застакаем. Вот, это добылось все игрой, убивая мобов. И сколько электроники я скрафтил. Они требуются одинаково. То есть черный жемчуг, он более читерный, дается игрой, нежели то, что я могу скрафтить. И почему нету крафта элемента? Вот даже такого. Я не знаю. Здесь просто получается, здесь создаешь крафтовый элемент, а вот с помощью вот этой мини-печки переделаешь его из не крафтовый в обычный. И вот честно, я не знаю. То есть вот на вот это я потратил очень много электроники. В общем, я понять этого не могу, почему в самом моде не предусмотрен хотя бы такой крафт. И... Это очень-очень-очень жестко в плане создания. Ну, ладно, сейчас не буду создавать ничего. И так пока вполне достаточно. Что я сегодня хочу сделать? Я хочу... Кстати, может быть, я где-то не нашел, но его реально нигде здесь нету. Вот только после... Элемент. Вот. Это SS-мод. Это для переноски. Это поясан элемент, это для винтовки. И вот я создал. Точнее, установил мод. На 100-м левеле он открывается. То есть, как бы... В общем, короче, не знаю. Может, это я где-то что-то как-то не знаю. Но здесь, по сути, с этим модом, который требует дохрена элемента... короче, забей. Ладно. Что мы... Точнее, что я сегодня собираюсь делать? Я сегодня собираюсь идти в водичку. В водичку заныривать. Кстати, я понял, как у меня отсюда мод, здесь мобы появляются. Они падают сверху. Я тпхнулся на синий обелиск. Подумал, кстати, так репликатор. А он у меня рецепт не открытый. В общем, тпхнулся обратно, у меня все скалы не заспавнились. То есть они просто... Просто хорошо, что у меня страйдер стоит на фундаменте. Он просто провалился бы. То есть ничего не было. И вот сверху у меня оттуда все упали на текстуру. Кстати, о, точно, видали? Альфач был там. Вот он тоже исчез. Суть в чем? Я бы даже так сказал, в чем маленькая проблема подводных путешествий. Из альфачей у нас есть плезиозавр и мозазавр. И они всего лишь в единичном экземпляре тусуют по локации. Плезик, понятное дело, слабее, да и левел у него 190-й. А мозазаврик 260-й. Но я чувствую, я от него гребусь люля-кебаб еще каких. Но мы это обязательно проверим. Обязательно проверим, попробуем, что когда где. Мне нужен подводный мир. Мне нужно куча жемчуга. Жемчуг только под водой. Обязательно будем удильщика томить. Мозазаврик нужен для того, чтобы я мог... скажем так, сохранять своих диносов в живых. Нужно будет обязательно криокапсулы состряпать. Уставил, кстати, второй холодильник и сюда сложил все киблы и яйца. У них время порчи очень до усрача, поэтому, ну, смысла нету их хранить. А здесь и забивать немножко
Халдос. Хотя вот это тоже пиво здесь хранить на такой себе. Да, я все еще иду к Альфа Индоминус Рексу. Что мне нужно для его томления? Вообще в душе не шатаю, поэтому киблы никакие я не беру. Хотя мне как вариант нужен будет всего лишь, да, все, вот это Golden Tear. Golden Teat. Вот, поэтому с этим проблемы, думаю, не будет. Скуба костюм делать полностью я не собираюсь. А вот попробовать улучшить, чтобы прочность увеличилась, это, я думаю, есть смысл. Что у тебя требуется? Полимера, что логично. Кстати, у меня там есть сухой полимер. Ну, с этих же дропается. Вот он. Думаю, в этом есть смысл его немножечко потратить. Как говорится, нафиг он мне нужен. Так, вот она сразу же починилась и прочность добавилась. Отлично. Это уже хоть что-то. Это... О, ну, с жемчугом у меня жопа, у меня его нет больше. В общем, ладно, хотя бы баллон, и то уже хорошо. Я просто уверен в том, что я буду туда плыть и там сдыхать. Плыть и там сдыхать. Так, здесь слишком шумно, я понял из-за чего. Ох, какой кайф. Это нужно для того, чтобы создавать вот это все. Я проверил, могу ли я создать Tag Poison Rifle. Я не могу создать Tag Poison Rifle. Я не знаю. То есть все предметы все закидываются, создать не могу. Ну а Primal Tag после того, как я Tag Винтовку сделаю. Это апгрейд для Tag Винтовки. В общем, дробаш, помпаж и... Ничего, ну точнее винтовка и помпаж. Под водой только топор и кирка, не больше. Из того, что у меня есть в инвентаре, скажем так. Сейчас что делаем? Отправляемся в зиму и оттуда ныряем в воду. Так. Ну вот, уже лучше. Надеюсь, ты не под текстурами. Очень на это надеюсь, что ты не под текстурами. Ой, подлагнула. У меня такое плохое предчувствие, что он в пещере какой-нибудь. Вау! Посмотрел я на... Не-не-не, все нормально. Все нормально! Все нормально! Посмотрел я на то, можно ли создать альфа мегалодона. У нас есть, если что, огненных здесь нет на карте. Этот мод, конечно, очень сильно спасает жопу мою от пригорания. Потому что я тогда бы задолбался. Прикинь, просто вот так вот проплыть везде все и вся и никого не найти. Потому что он под текстурами. Это просто было бы отвратительно. Но он, походу, делал реально по текстурами. О, жемчуг. Ну, хоть жемчуг полутаем. Давай, да идите вы в жопу. Вот, это тем более иди в жопу. Ой. Не-не-не-не-не-не-не. Я задолбаюсь их чинить. Откуда их столько? Я понял. О! Точно. У меня же там теперь кровать тоже на нем. Я понял одно. Нужно томить сначала простого окуленка. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О! Альфач какой-то заспавнился. Надеюсь, не на моей территории. Ну, это было близко. Кстати, видали, да? Никого нету, все задеспавнились. Твою мать! Ты чё мне жопой своей тут сверкаешь? Урод.
яркий прям, такой яркий такой. Ух, прям. А, о, а ты где был? Ну ладно. Короче, подводный мир намного ожесточеннее, чем такой мир. Потому что плаваю я очень медленно. Предчувствую какую-то задницу. Так, скидываем все шмотки. Их надо обязательно починить. Ну, этот не обязательно было скидывать. А, не, я просто все поубирал лишнее. Да, и две этих шмотки. Что-то я понять не могу. У меня как будто бы чего-то не хватает. А могло что-то исчезнуть? Да черт его знает. Может, что-то исчезло. Так. Полимер. Возвращаем обратно полимер на починку. Это, короче, я не знаю, что делать. Мне получается, что нужно обычного найти. Кстати, вот это я надеть не могу. Да, я вот это надеть не могу, потому что он мне не изученный. Wonder Chestplate. Он мне не изученный. И я поэтому его одеть не могу. А, кстати, да, я еще посмотрел, у каждой модовских шмоток плюс дополнительный реген, плюс они какие-то статы накидывают дополнительные и так далее. Точно, это же говно чинится здесь. И вот это-то и основная, думаю, будет проблемка. Проблемка в том, что мне нужно... Я загорелся тем, чтобы все это дело изучить. Вот, по что я имею в виду. Прям конкретно загорелся все это дело изучить. И из-за чего, точнее из-за этого я собрался в первую очередь пойти под воду. Почему? Потому что... С каких же мобов? Хитин. Еще и древний хитин взял на... Ой, жопа, короче, пофигу. Я уже не помню, с кого... Но они в основном, ну то есть вот эти вот изучения теков, ну точнее прайм шмоток, она с каких-то мобов идет. Определенных. Вот, и... Ну, отключайся, говно. Вот. И они находятся в основном под водой. Вот, с каких? Да кто бы помнил. Так, снова. Не помню. С мега, что ли? А почему здесь списки нету? Интересно, они что, не являются этим? Так. А, да, вот они. Или не смега. Ох, твою мать, этот мод, это просто отвратительный в том плане, что... Ты хрена информации, и пытайся все это дело запомнить. Ладно, у меня теперь появилась мысль. Если бы они не все появляются, то может у меня здесь есть кто-нибудь, кто под водой, но не отобразился вот в этой строке. Да уж, это немножечко обидненько. Сарказухов вообще на карте нету. Мозазавр у меня под картой. Сарказухов нету. А кто у нас еще есть под водой? Никого. Саважей вроде бы томить нельзя. Ну, логично, с таким количеством хп. А, слушай, вроде бы или саважей надо, это дропается. Короче, неважно. Сам факт того, что у меня, по ходу дела, придется мне томить крокодила. О, бляха, муха, крокодила. Томить акулу. Слушай, а если реально притомить крокодила? Из крокодила сделать огненного. А из огненного сделать альфача? Крокодил у меня сухопутный и подводный. Ха, а вот это уже интересно.
Так, альфа-чей нету, но я же могу, к примеру, притомить сразу флеймовского. Да, сарказуха. Флейм. Главное, чтобы он был. Флейм. Кстати. Они же тоже хорошо плавают. Вау! Вау! Еще раз, вау. Так, планы меняются. Здесь точно нужен будет Golden Tier, без вариантов. Так, пока не кидаем на слот. Погнали. Ты у меня находишься на острове. На острове мне нужно куда? Мне нужно туда. Конченая дверь. Там прям бесит она меня. Бесит. Слушай, а может ее переделать как ту дверь? Она, это, вроде бы поадекватнее. Она быстрее открывается. Быстрее. Короче, ладно, потом подумаю. Ага. А еще я могу ее снести. А, не, не факт. Ладно, короче, насрать. Сейчас не до этого. Мы летим, 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 летим на... Красный, конечно, лучше, но лучше на синий. Безопаснее. Так. Вот. Во-первых, расстояние поближе. Во-вторых, не надо взлетать. Пару километров вверх. Пару сотен километров вверх. Так, что у нас там за тропик? Киблыки. Киблыки. Ах, у меня их и так наступают срачки. Ладно. Будем считать, как будто бы я его не видел. Этого дропа. А то у меня... Вот прям чувствую, что у меня их дофига. Прям вот тут... Прям, зачем они тебе? Зачем они тебе? Один голос говорит в голове, другой говорит, возьми, ты же жадный. Это я такой. У меня как... О, полетели куда? Перебором? Братан, я тебя искал. Эй, дурак. А я в чё там... Твою мать! Да подожди ты, без тебя тут тошно! Нифига себе, ты что, дурной что ли? Мы тут с тобой могли бы, если что бы это, в духе того, скочебряжиться. Так, вот ты. Раз, два, три. Задолбали. Не благодари. А, они просто могли его завалить и потом на меня переключиться. Такс. Экстраординарный корм. Так. Погодим. Давай ставим плашку телепорта. Телепортируемся до дома. Мне без вариантов нужно... Этот. Костюм. Костюм, 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 костюм. Тут без варика надо костюм. Только где он у меня? Дебил, он у меня здесь. Пам-пам-пам-пам. Возможно, вот это мне поможет. Тик-тик-тик-тик-тик. Эвейсом телепортер. Вроде никого не цепляю здесь. Да ёб твою ж за ногу, опять тут заспомнились. Ну-ка. Вот я же говорю, добьют его и потом это, на меня переключаться. Пошли вон. Так. Как их много. Да ну нафиг! Тинегриф. Так, тихо-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 тихо. Какие... Музыка, короче, вообще вот сейчас топовая под эту вот ситуацию. Такой... А мы идем по прогулочке. Сейчас нас завалят.
И будет клёво всем. Ой, блеха-муха. Так. Это не работает. Ну, пассивные же там линии, мать твою. Там же написано пассивные. Так. Ладно, будем не пассивное делать. Это было шумно. Вот самое, что смешное. Самое, что смешное. Я из инвентаря вытащил все вот эти предметы. Для томления. Словами. Ну, нафига они мы. Че я кого? Вот кого я сейчас буду вот так утомить? Вот оно, собственно, и пришло время. Слушай, я ее там что, не разобрал? Я ее случаем не разобрал? Эту винтовку. А, не его. Кстати, для создания не нужен черный жемчуг, а для починки нужен черный жемчуг. Вот такая тупость. Так. Кстати, может из-за этого я не могу создать то, что у меня модом создается эта винтовка. Хм, наверное. Так, дальше что мне нужно? Кстати, давай еще одну тирку возьмем. А здесь лучше мне не создалось? Создалось. Пам-пам. Тирка создалась, это хорошо. А что мне нужно было еще? Что я хотел взять? А, бутылечки, вспомнил. А, я их выкинул, точно. Потому что они мне хламились со словами: а зачем мне надо, я ж никого томить не буду больше. Да. Это я. Добрый вечер. Я никогда не думаю наперед. Ну как сказать? Вроде думаю, вроде пытаюсь. Лучше вот сюда. Безопаснее будет. Угу. Так. Теперь. Тенегриб. Ты еще там на меня злишься? Он очень громкий. Он очень громкий, так что я аж это... Хорошо, что в туалет сходил за это. Твою мать. Здесь просто гига тусуется. Так, ну у меня эти шмотки, да? Теоретически должно, если... Долб... простите, дебил. Я киблы не положил. Я не положил киблы в сло. Ёбан... Ты понимаешь, в чем была тупость-то основная? Во-первых, я не положил киблы. А во-вторых, тенегриф-то сдох. Мощный, стильный, молодежный тенегриф сдох. Из-за того, что одна макака его завалила. Походу дела, вот эта макака его завалила. Ах ты, ублюдок, мать твою. Ну тебе кирдык, тварь конченая. Ух ты, тварина! Он моего тенегрифа завалил. Я думаю, завалить его будет... Ну, хотя бы немножечко поспокойнее. Да, еще бы этой анимации дебильной не было бы. Беспонтовой конченой ублюдской анимации. Как она меня бесит. Так. Сеструля, у нас с тобой... Есть работа. Размялись. И вперед. Last room of location. Нет. Идем. Давай телепортер. Надо мочить уродов. Чика мне нужно. Пригодится. Где эта тварь жирная? Просто завалил моего тенегрива. Ну ты ублюдок. Сейчас главное, чтобы вот этот босяка меня случайно не завалил. Так, вот ты пошел в жопу.
Бешеный он, бешеный. Тварь. Конченая. Так, тени гриба у меня теперь нету. Мощного, стильного, молодежного. У меня теперь нет. О, ансиат полимер. Это с кого это тогда был? Или здесь так и осталось? Домой. На всякий случай. Так, вот тенегрива-то нету, это плохо. А кто по левелу-то остался? Флейм. Ну, 265-й, конечно, хоть что-то. Или его апгрейднуть самому. Ладно, давай сначала притомим такого. А там посмотрим, что с обычным будем делать. Получится ли с обычным что-то сделать или нет. Конченый гига, откуда этот ублюдок просто приперся? Как это было чертовски вовремя. Так. Дерьмовое место. Ну, теперь-то у меня киблы-то на месте стоят. Добрый вечер, там что такое творится? Магмозавр! Ёпс, туда и... Вау, вау! Ну ни хренашеньки. Вот это там, я понимаю, было весело. Ну ладно, будет, пускай. Взлетай! Не сработало. Так, а кого я там яйцо залутал? Оплодотворенное яйцо будет верным. Да. Так, ладно. О, кстати, погнали, телепорт заодно заберем. Так, надеюсь, она отагрилась от меня. Угу, отагрилась, это хорошо. Но у меня теперь вопрос. Ну не работает! Ну пассивные же. Ладно, давай попробуем починить все шмотки своим. Икс. Где ты, дом? Так, давай пробовать. Да тут! Да как? Чего он согрелся на меня? Я только притыпехался. Как... А, 40-й левел тоже здесь. Так, ладно. Значит, делаем отлет. И прилет. О! Элитный жук! На нафиг! Твою мать. Всего-то. Хе. Тоже мне элитный, блин. Так, где мой этот, моя добыча?
Ну давай пробовать, короче, еще разочек. А ты серьезно? Он просто сразу реагирует на меня. План, перехват, блин. Такс, главное, чтоб не померла. Твою мать! Это ты зря сделал. Кстати. А может ли подобрать? Сомнительно, конечно. О, может. Отлично. Я просто собрался строить томилку и тут вспомнил. Ой. Так, это проблемка будет. Ну-ка. Угу, отлично. Надеюсь, сработает. Так. Точно мне нужна не винтовка. Я ею 100% оглушу себя. Прям и гадалки не ходи. А вот здесь у меня... А, не, у меня ничего нету, я же все переработал, я же дебил. Так, где... О, кожа сделалась. Вот она ним. А, они так и здесь сдаются, да, наверное? Или не здесь? А в каком? Вот в этом верстаке. Так, 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 так. Биотоксин. Па-па-пам. Мне нужно, по идее, дротик на винтовку. Ой, вы. Я слепошарый. Так, ладно. Так, ладно. Как ты там делаешься? А, Трангвилл, господи. Какой Пойсон. И ты делаешься... Только в... Только в... А! Ил. Ну ладно. Давай сделаем 20 штучек. Не понял. Хрена непонятно. Ладно. Давай сделаем 20 штучек этого. Вот ж говна пожуй. Этот мод просто что-то начинает бесить в этом плане. Ладно, бог с ним. Здесь ресурсов не хватает. Какого хрена я не могу это взять? Так, ладно. Давай попробуем ручками взять. Что-то какая-то лажа непонятная. Да и веса у меня тоже достаточно. Непонятное дерьмо творится с этим всем. Однако. Так, берем так. И вот так. Я не знаю, как это работает. Но как-то это работает. Окей.
скидываем так. Нет, пускай так будет. Лишним не будет. Кожу сюда. Потому что я собирался шмотки делать, но... решил делать другое. Так, теперь винтовочку можем зарядить, отлично. Не зря она именно осталась у меня. Теоретически, они не должны выпрыгнуть. Ну не та была кнопка! Пассивка должна была быть. Точнее, должен был переключиться на нейтрал и пассивка. Ну ладно. Так. Томилка на базе. Да, у меня того отметка, я эту тварь все равно завалю. Не хочешь по-хорошему, будет по-плохому. Так, я тебе в хвостик, интересно, попаду? Естественно, нет, я ж косоглазый. А, во! Я тут все-таки сделал этот. Что тут? Что тут с торпором творится? Ты посмотри, просто торпор не накидывается. Так, это уже интересно. Перестарался. Ты твою мать! Серьезно? Давай, создавайся быстрее! Ну где ты там бегаешь? Сомневался. Кто бы сомневался, что будет именно так? Я забыл об этом и стал бегать туда-сюда. Кстати, вот от этого какие-то шмотки праймовские вот от этого эффекта избавляют. Там в Вики настолько размывчато все написано, все настолько криво. Короче, типа узнавай сам. Че мы? Википедия что ли тебя это? Куда-то направлять ручками. А? Все сам узнаешь. Чуть-чуть еще. Осталось все. Почти. Оп, фрезануло. Да твою мать! Процентов было 6 минус уши. Не, как-то пофигу на этот торпор, то бог с ним. Повалялся, проснулся. У нее тоже торпор спотает. Еще бегает кругами. Ну, спать, ложись уже. Не беси меня. Да ёб твою ж... Бесит, эти кругалями бегать мне. Очень бесит. Ну и дали торпору сколько спало. Ладно, не буду вообще двигаться. Но здесь же я могу стрелять? Могу. О, отлично.
Давай, падай уже в этот дебильный люк. Нормально же? Ну нормально же. О, ресурсов тебе. Прикольно. Так, давай экстраординарный корм притащим. Размогем. Бляха-муха. Все шмотки попереломал. Уж не будем-то тратить золотые киблы. По крайней мере, попробуем не тратить золотые киблы. Раз есть такая возможность использовать такое чудо, как под названием халява. А, стоит, красава. Ой. Надо сделать ворота поменьше, чтобы они автоматически открывались. Так. Отлично. Здорово. Теперь главный вопрос. Нахрена я томил? Если в альфа-часть, все равно переделать нельзя. Хороший вопрос. Я бы сказал, замечательный вопрос. Ну ладно. Будет флеймовский Дин у меня. Ни хрена ты еды тратить, конечно. Ну-ка, как ты в воде? Тебе был бы прикол, если бы огненный еще бы в воде бы урон получал. Пам-пам-пам-пам! Пу-пум. Не, в целом, конечно, с уроном все хорошо. Типа 5000 вносят, это еще только начало. Все супер. Интересненькая история. А какого фига? Я по шоковому наношу так мало урона. Но. Вот нормальный урон. Здесь что, есть еще и резист какой-то? Это интересненько. А, нет, вот. Попадаю теперь. А, какая-то фигня была непонятная. Да уж, короче... А, точно, это же инвиз. Ну как инвиз? Я типа инвиз. Ой, смешно. Ого. А вот это уже по-человечески. Только что сейчас так лагало, пока это... Пока качал. Короче, да. Вода, это, конечно, хорошо получилось. То есть в воде корцует прям, дай боже. Неплохо. Кислорода нету, что самое важное.
И вроде бы как водного Диноса себе притомил. Водного Диноса, которым я могу по сухопутке бегать. Что в моих условиях очень даже хорошо. То есть, типа, камон, куда я здесь это что-либо сделаю? Но как-то да. А чё, я там телепорт не поставил, что ли? Оу. А я, наверное, его убрал. Да, попробуем. Ха, смешно. А, ну да, я что-то телепортировался. Ну, по ходу дела, тот тенегриф жить будет. Добрый я. Да уж. Решил проверить. 18 тысяч урона он мне всадил. В данном случае, а нам. Ну, чё-то как-то вроде даже могёт. Яд наношу. Яд шипастой шкуры и жар наношу, то есть поджариваем. То есть доп урон есть и урон. Ну доп урон это вот 1-2, 1-2, то есть это вообще прям ни о чем. Основной, конечно, урон это вот он. Но всаживает по мне просто огонь. Вот и главное под брюши залезть. Отлично. Вот это кокулёх-то пошло давить. Да, с едой, смотрю, у тебя вообще какие-то непонятки. Жрет не по дням, а по часам. Вот на тебе еще еды. Я не знаю, куда у нее еда тратится. Наверное, на восполнение какой-то энергии дополнительной. Ужас. Но экспу, как видите, вообще ни о чем получаю за вот это вот и все. На обычных то больше толку по экспе. Так, ладно. Как практика показала, все очень даже хорошо. Единственное, что... У меня вопрос, в воде они будут подпаливаться? Так, пока что ваншотаю. Это проблема. Проблема номер два. Как не ваншотнуть в воде? Да. Ладно, с этим мы, по ходу дела, в следующей серии будем разбираться. Потому что в этой серии уже точно никуда не пойдем. Вот, потому что время, сами посмотрите, 48 минут болтовни не по делу. Ну ладно. На сегодня уже точно будем заканчивать. Вот такой вот тенегривчик у нас получился. Я, конечно, думал, что типа можно будет в альфача переделать, но... Да, блин, камон. Надо было сначала посмотреть, существуют ли альфачи. Но хотя бы не простого томил, а флеймового, что, во-первых, дополнительный урон, здоровье, вот это вот и все, то есть, ну, характеристики все-таки будут получше. Жаль, конечно, не 280 или какой там был, все-таки 265 получился, ну, бог с ним. Надо, кстати, по видосу посмотреть, может, здесь урону у нее изначально было больше. Ладно, ну, я имею в виду характеристики. На этом уже, как говорится, буду с вами прощаться. Всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал, ставить лайк, комментировать, ну и, конечно, делиться моим видео со своими друзьями. Это все. Всем удачи, всем пока, всем счастливо, добра, всем пока.